Это все с момента рождения сына. Знаете, есть такой момент, я говорю, я в каких-то творческих аспектах бываю таджиком. Я что вижу, то и пою. То есть я помешиваю манную кашу, стирая ползунки, забрасывая все в стиралочку, параллельно качая ногой сына, рисовала его ползунки, висящие. У меня был наборчик, привезенный из Франции, из Марселя.